Так, всем привет, ну, Джин, скажи всем привет. Джин, дай 5 уже. Дай 5. Ой, ты мой красавчик, мерзнет, трясет, но дает 5. Вот. Здрасте. Это мы так выгуливаемся. 6:30 утра, минус 10 градусов. Снега нет. У нас почему-то снега нет, блин. 1 декабря, блин, снега нет. Но зато мороз есть. Это все иней. Вот мне кажется, что это все белое. Нет, это все иней, снега у нас нет до сих пор. Вот, мерзнем мы, малешка. Но я его не одеваю. Считаю это лишним. И так он выгревается дома. Хоть пусть немножко закаляется утречком. Тем более гуляю недолго. А, кстати, да, обратили внимание на такой мой костюмчик. Всем советую. Сейчас зима. Ну, даже начинается с конца октября. Ноябрь темнеет рано. Особенно там, где дальше другие соседние государства с Украиной. Вот. Особенно, я думаю. Ну, правда, у вас там снег лежит уже давно. Вот. Вот такие костюмчик, знаете, ну это мне подгончик такой, не знаю, это английский костюм. Блин, я сейчас на вытянутую руку, это спонтанно я сейчас записываю, фокс-бложек решил обратить. Советую такой какую-то яркую, как у сотрудников там ДПС, полиции, у дорожных, ну вот и коммунальных служб, такие вот подобные. То есть какую-нибудь или жилеточку, даже, вот, даже лучше, думаю, манишку какую-нибудь, или жилеточку такую, но с такими широкими, отражающими полосами. Видно становится человека вечером далеко. Да, может кто-то стесняется, но мне как-то вот я лично пофиг. Зато вот какая магическая вещь в этом костюмчике. Вот это такая куртка. Лично мне. Идешь вот так вот с ним собака, вот, ну по дороге надо мне пройти. Если несется машина, от обычной куртки меня не видно. Ну то есть водителя, думаю, подтвердят. Человека реально не видно, пока он не появится в световом. Вот это, ну, на расстоянии где-то 10 метров, да? Ну это же мало, когда ты едешь, особенно если дорога скользкая. Не успеешь, не сманеврирует толком. А этот костюм, его видно там 500 метров точно сидит. Блестит так, что капец. Я вот заметил волшебство такое прям. Слышу где-то, разгоняется. И только так вот, и фары мне в спину светят. Я такой слышу, так, и так тихо-тихо мимо меня проезжает. Потому что может быть даже человек теряется, думает, кто там, может там решили гаишники постоять. Притормаживает моментально. Ну, пока он там разберется, что это просто человек гуляет. Ну, все равно уже притормозил, как бы. И вам безопаснее, ему тоже. Вот, поэтому советую. Все, на этом фокс-бложек коротенький заканчивается. У меня замерзают пальцы. Все-таки. Вот, замерзает собака. Да, Джинский? Все, скажи всем теперь пока.